Всем привет! И мы продолжаем проходить Ведьмака. У нас задание «Дикое сердце». Поговорить с охотником по имени Неллин. Это не тот ли охотник, который мы в Белом саду встретились? Я могу здесь ошибаться. Не помню. Но, по-моему, у нас с ним было какое-то задание, нет? Это не он ли? Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? А может и нет? Я ведьмак насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. Ни следа. Я поищу ее. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили? Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. Странная сестрица. Найти в лесу следы Ганны, используя ведьмачье чутье. А нам еще надо пообщаться тут с кем-то. Ой, а ты тут был? Я взгляну. Да. Ну давайте продадим, что ли. Рыцарские перчатки. Будь. Надеюсь. Говорили, что есть в одной деревне девка, с которой за еду покувыркаться можно. Да не какая-нибудь старая бабища, у которой зубов нет. Молоденькая, гибкая, косато пнут тебя в гузы. Да блин. Выстою, конечно. Дядя. Ну и меч. Мой тятя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Новиград. Я хотел спросить про Ганну. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя! Ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. С другой тетей? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллин не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла, я и не видел. Будь здоров. Так, какая-то женщина завела ее в лес и того, да? Подождите, еще кого-нибудь есть спросить? Тут, кстати, еще какое-то задание. А нам надо сюда, да? Ну, погнали. Пора. Стоп, не поняла. С кем-то не поговорили разве? Ну-ка.
А, нам нужна еще какая-то женщина вроде, да? Вот она, Глена. Здравствуй, ты Глена? Я. У меня на продаже только хрящики и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле я хотел поговорить про Гану. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Ты не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Все про каких-то зверюг говорят, про волков и так далее, и так далее. Да, а чё-то? Так, что, пошлите в лес? За какие грехи наказали меня боги, такой контакт? Какой-то домик, кстати. А тут были? О, купец. А, погодите, это... А у тебя что-то купить можно? Покупать будете или смотреть? А я с ним играла, Гвинт? Вроде серенький, покажи, да? Мне... Вроде серенький. Вот это вот прочее продать. Предмет необходим для задания. А что у меня оно висит тут? И типа оно мне не нужно? Странно. Короче, все это барахло продаем. Ой, господи. Во. Ой, что-то левая продала. Вот это все надо бы выкинуть потом в сундук. Правильно. Ну-ка. И, по-моему, тут вот еще сундук. Сера. Ага, еда. А, да, купец. Ага, ласточка, гром. Я какие-то звуки слышала. Вы тоже слышите? Ой, накер. Здорово, накер. Как ты гад. Навешу твою башку у седла. Оху! Обыскать. Блин, только мутаген. Во. Еще красная. А я тут была? А, тут пещера. Мне кажется, тут по сюжетку я была, да? Она у меня открытая. Волки? А чё это? А, олень? Волки. Шестой уровень. Блин, стая волков это не очень хорошо-то. Да, блин. Эх!
Они тут в Иле сидели? Кого-то вызывали, что ли? Ведьмак? Опачки. Что ты тут делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Ага. Подозрительная, наверное, какая-то. Припоминаю это задание. Может, ты права. Спасибо. Моя сестра была бы тебе благодарна. Ты позволишь ее мужу? А, блин! Зачем я согласилась? Твою налево. Я не на ту кнопочку. Нажала. Косяк. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тобий. Я случайно. Ну ладно, еще раз подеремся. Сейчас мы быстренько разберемся. Потом наша деваха припрется. Ну, пропускаем. Ведьмак? Что ты? Я хочу. Я да. Ты не хочешь? Мне незачем. Давай. Нет, я найду ее. Мне очень жаль. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца. Ой, кто б говорил, а? Я тебя выведу на чистую воду. Хитрюга. Так. Это, скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Кто-то больше, чем волк, загрыз, да? Судя по всему. Следы когтей очень глубокие. Угу. Так, еще ресурсы. Подождите, стоп. Следы когтей. А эти следы куда-то вели или нет? Почему они желтые пометились? Вот еще. Должно быть, это запах разлагающегося тела. Повсюду кровь. Но волколак. Надо быть начеку. Волколак. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? На камень. Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Мы не все осмотрели. Почему они красные? Они желтые. Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, так, на земле вот еще что есть? Да блин, ну... Клок шерсти.
Да, не мылась эта тварь уже очень давно. Запах? Нет? О! Да, запах. Пошли. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Так, давайте сохранимся. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Переодевался? Домик. Домик. Похоже на охотничью стоянку. Это что такое? У! Блин, медведь. Пускай спит. Не хочу пока. Так, подождите. А в дом могу попасть? Так, это какой-то домик. Это чье-то логово? Арбалет. О! Заметки. Интересно, кто их писал. Я тот, кто я есть. Этого я изменить не в силах. Рубахи, сотканные собачьи петрушки и эликсиры из слез девственности помогают в бабушкиных сказках. Но мне они не помогут. Пора с этим смириться. Любовь Ганны и железная дисциплина дают результаты. Главное не забывать прятаться в лесу перед восходом полной луны. Уйти как можно дальше от людей, подальше от Ганны. Приступы проходят и уходят. Я прихожу в себя с избранными руками. А, с израненными руками и вкусом крови во рту. Ничего не помню, может быть, оно и к лучшему. Убивать добычу стрелой из лука – это одно. А рвать ее клыками и когтями, но здесь глубоко в лесной чаще, я не причиню вреда людям, милостивая Милителя. Береги заблудившихся в этом лесу. Так, я так понимаю, что это Нейлин. Нужен ключ. Это муж. Заказчик, он волколак или кто он там? Волколак, да. Он здесь спрятался, когда превращался, да? Кровь едва высохла, его сюда притащили. Интересно, откуда? Пещерка. Наверное, здесь он и... Кто-то есть? Да. Сохранить. Во. О-о-о. Вот волколак. А как мне его? Я не хочу его убивать. Я не хочу с ним драться. Да, блин. Не мелкие волки мешают. Ну, погоди ты. Стукнул меня. Я не хочу его убивать. Не. О. Нет! Перестань! Не трогай его! Кажется, нам надо поговорить. Это Нелли.
Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой, и тут объявился ты. В смысле? Оставь нас. А где жила ты его? Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Так она, наверное, в курсе была? Привела ее сюда. В ту ночь. В записке. В пещеры. И во рту у меня был вкус человеческой крови. Вот это ты, сестричка, даешь. Я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Это ваши дела. Я не буду вмешиваться, но если еще раз тебя увижу, убью. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила. Че, прям убьет? Он же неспроста прятался. Я помню. Давай, убивай. В следующий раз, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай свои дела других. Возьми вожжи и повесься на них. Я всегда был трусом. Сделай это, прошу тебя. Было мне жалко. Можно не убивать? Нет, блин. Печальная история. А чё она там? Он же неспроста спрятался. Он знал, что он может напасть, поэтому он уходил подальше от людей. А она привела ее сюда, собственно. И вот он в записке писал, что он проснулся. И листать сундук. Что он проснулся, вот мы читали. А где мой факел-то? Печень волка. Ну ладно, я не буду откатывать. Бедная корова. А где, интересно, трюк? Он же ее здесь того. Там, кстати, медведь наверху рядом. Можно подраться, в принципе, с ним. Пропал почему-то, кстати. Печальненькое задание. О! Здорово, медведь. Ой! Повешу твою башку у седла. Два медведя! Два медведя много? Подождите. Чё сразу два-то? Покончим с этим. Так, ну хотя бы минус один. Режь. Я думал, он тут один, а их двое. Ну, прости, Мишка. Вы на меня сами напали. Так, сундук. Пойдемте вскроем.
Ну, реально обидненько, блин. Реально обидненько, хочу сказать. А это вот этот был сундук закрытый? Я уже не помню. Всего это штаны взяли, все. Да. Толку от него ноль. Девятый уровень. Так, это все основное. Дополнительная гринд. Дружеская услуга. Это, наверное, на эту, на деваху. И у нас заказ на восьмой уровень. Давайте дружескую услугу возьмем. Где она вообще? Давайте-ка сюда сначала. Что-то я немного простывать начала. Не люблю это. Поехали. Тут были надгробия. А, это козочка вот этого. А где? А. А вот мужик сидит. Ой, прикольно. Слушайте, мир такой богатый, ведьмаки. Помогите старой женщине. Давай. У тебя неприятности с каким-нибудь чудовищем? С духом. О, у нас было с ней какое-то задание. Можешь рассказать больше? Понимаете, является мне модельки одинаковые. Мир. Мой муж, значит, который на войне погиб. Стоит у изголовья и причитает, мол, столько лет в разлуке, так на том свете грустно, иди же ко мне. Я говорю, приду, Ячемирушка, приду, только как меня боги призовут, не раньше. А он на это, так хотя б принеси на могилу обручальное колечко, легче будет ждать. А я бы и принесла, только через лес идти боязно. Так я и подумала, что... Может, вы? Давай. Ты уверена, что это дух твоего мужа? Да что вы! Что ж я собственного мужа узнать не смогу? Я старая, ну не настолько же. Дело не в этом. Есть видения, которые обманывают людей, принимая облик их умерших близких. Например, скусты или злыдни. Да нет, Ячемир, это я точно знаю. Он во сне говорил о нашем сватовстве. Как мы танцевали на Билетейн. Как его риданцы зарубили под Риндой. Под Риндой? Или ты что-то путаешь, или ты и правда очень старая. Это было 80 лет назад. А и правда. Путаю я, путаю. Под Ривией хотела я сказать. Хм. Я с удовольствием. Интересно. Помогу. Где твой Ячемир похоронен? На таком маленьком кладбище недалеко от наших сучьев. В могиле под старым деревом. Это которое я пробегал вот сейчас? Обручальное. А как закончите, приходите ко мне за наградой. Живу я в хате посреди деревни с моей внучкой Лесей. Куда она делась? Странно. Так, странненькое задание. Ну, это интересно. Подождите. Последняя просьба. Девятый уровень, кстати. Ну, погнали. Это на то место.
Ближе к делу сохранимся. Вот прямо сейчас сохранимся. На всякий случай. Так, ну это оно. Будут призраки любого. И? Накера? Вот, должна быть могила Ячемира. Что-то пошло, что-то очень странно. Не знаю, это очень... Так, стоп. Ну, дело сделано. И? 10 очков опыта. И что это? Странно. Ну ж, очень странно. Как бы это не какой-нибудь призрак был или что-нибудь еще. Ну, интересно. Ну-ка, ласточки на трава. Внучка Олеся, да? Внучка Олеся. Вот дьявол. А я-то деда в лес за сухим хворостом. О, Олеся. Сперва войска пришли. Потом... Ок. Теперь бог. Подожди. Остлявая должна быть А, рада. Это купец тот же. Ведьмак? Что вас привело? Ты Леся? Я хочу поговорить с твоей бабушкой. С моей... Так она ведь умерла и давно. Значит, я разговаривал с духом. Почему ее не похоронили вместе с мужем? Я точно не знаю. Я маленькая тогда была. Но мама говорила, что незадолго до смерти... Бабушка узнала, что у дедушки была на стороне какая-то любовница. Так что она сказала, что лежать с ним не хочет. Видно, она передумала. Решила как-нибудь воссоединиться с мужем на том свете. Потому и попросила меня о помощи. Тяжело поверить в эту историю. Но у вас глаза добрые. Если вы и правда помогли бабушке, то вам причитается награда. Пожалуйста. Здесь немного, но хоть что-то. Ага. Знает? 20 крон. Ага, хорошо. Какие вы все забавные. Так, дружеская услуга. А почему 9 уровень, когда мы даже не дрались и ничего? Блин, вот тут надо вот лазить. Задания всякие делать. Но. А, господи, блатва. Поскакали, поскакали, поскакали. Да, кстати, я за кадром. Прошла скачки, ребят. У них рнася. Сколько собак. Покончим с этим. Да что такое? О! Там баба! Там это баба, водная баба-то. А чё на пальто? Мои любимые. Ой, да вы чё? Какая ты противная. Ненавижу её. Mm-hmm.
Да. Еще один. Так, нужно починиться срочно. Все, да? Ну все, не нападайте на меня, пожалуйста. Я всех замочила. Что там надо было найти? Тележку какую-то, да? Ингредиенты. Блин, повозка нужна. О! О! Вот оно, вот оно. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. А, я тут и дралась. Мне явно в другую сторону. А где сама повозка-то? Так, давайте сделаем вот так сейчас. А начало? Есть начало? Ладно, короче, поехали. Угу. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Угу. Как будто осмотреть. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Да, если торговец путешествует по Велену в одиночку, это хреново. Это не кончится. Это фиговенько. Куски мяса. Ой. Котоблепоса. Интересно, какого-то жёлтого длина, чего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кира это объяснит. Что-то не то, да? Нас обманули, ребята. Там кто-то жрет. Человеческое. Ну, конечно, реально. А вот и гнилет. Он не мог далеко. Сдохни! Давай, взорвайся. Так, здесь кровь. Спрятался и ждал помощи. Вот помощь он. Не пришла. Вот тебе и Велен. Мы обстряпали дело всей нашей жизни. Мало того, что мы распродадим весь склад, так еще и с тройной прибылью. Клиентке нужно все. Вина из Боклера, от Бажоли Нува до старой выдержки. Белое, красное, розовое. Мясо, маринованную говядину, перец, корицу, гвоздику. Ну просто все, дружище. Единственная гвоздика... Ой, загвоздка в том, что весь товар надо привезти в Велен, в деревню Подлесье. Знаю, что это небезопасно, что там война и вообще. Ну ты подумай, какие деньги. Я уже выправил левую охранную грамоту. Выправил. С ней ты приедешь через Понтер, а там уже рукой продать. Ты справишься. А где грамота? Грамота. Я хочу грамоту. Все? Мы все собрали. Ну, наедем на Кейру сейчас. Ой. Вот и где моя сладость. Мужик на лошади. О, нападает. Ну иди-ка ты в пень, а? Давай. Как красиво все выглядит. Кейра!
А ну-ка, лись давай, что ты там выдумала? Геральт, я как раз начала скучать по тебе. Ну? Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Угу. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ладно. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Серьезно? Ага. Благодарю за терпение. Я почти готова. Крыски. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышкой? Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одну больше, на всякий случай. Ну куда она... Кера, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ридер и проглотил принцессу Сандрилу. У нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак... Что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Че, прям сейчас? Я ведьмак, а не жигала. Ладно, погнали. Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет. Превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Угу. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Велоплан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнетты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Ну все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Серьезно? Так, погодите. Последний моет посуду, говоришь? Мой сама посуду. Ой-ой-ой. Я в камень врезалась. Ну ладно, помоем. Эй, Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони. Так, что-то происходит. Почему лагаешь? Надо дрова переустановить. Я просто установила немножко другие дрова.
Почему-то какая-то хрень пошла. О, здесь задание. Мы задание нашли. Ну ладно, ладно, первый. Я думала, ты ездишь верхом лучше. Заметь, я скакал на мыши. Для того, кто разъезжает на плотве, в этом не должно быть никакой сложности. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Могла бы и объяснить. Могла бы сказать, что тебе надо. Ну да, Геральт, смотайся-ка в лес и притащи мои покупки. Я хочу приготовить ужин. Ты что, помог бы мне? Если б знал, что получу за это бокал сухого зубаранского, как нифиг делать? Вот это да. Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь... Десяток яиц там, три ощипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Как, если позволишь спросить? Ведь в Велине можно найти только работу на полях. Верно, так что вариантов у меня два. Растить репу или съехать отсюда. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был... великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег. Клетки, трупы, бумаги. А что тебе до этого? А почему тебя это вообще интересует? Потому что я понимаю значение исследований, которые там велись. В плохих руках их результаты могут принести огромный вред. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья? И не только. Но... Не буду я. Извини, у меня есть кто-то другой. Я не знаю, кого я еще выберу. Может, я вообще никого не выберу. Или я двоих выберу. Или Трис, либо Йен. Можно вообще со всеми здесь. Меня не придется спросить дважды. Ой, не знаю, не знаю. Ладно. Извини, есть кое-кто другой. И что с того? Геральт, Геральт, как же ты старомоден. Может, ты просто приляжешь и посмотришь со мной на звезды? Почему бы и нет? Все равно приляжем. Знаешь, как называется то созвездие в Зарекании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвганинава. Че это она? Она что-то применила. По-моему, она нас это обдурила немножечко. Оп. Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице. Так, 10-й уровень, она нас наколола.
В принципе, если мы бы согласились, у нас бы было бы... Прям был бы, был бы, был бы. Ну да ладно. Теперь она на благо науки. Новое задание. Это у нас Кейры, да? Ребят, ну это уже в следующий раз, и на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.